Конечно, ребенок должен решать сам. Я знаю очень много таких случаев, когда родители настояли, ребенок поступил в нужный вуз, но проучившись, например, пару лет, бросает, ну не его это, не может он дальше продолжать то. Вот есть люди, которые всю жизнь делают то, на чем настояли родители. Вот в то же время, хоть я слушаю свою маму, и папа мне, не хотел мой папа, чтобы я была учителем, он говорил, давай пойдешь адвокатом или журналистом. Но я вот почему-то не послушалась его, все равно учителем стала. И все равно такое вот свое собственное решение, это, конечно, как раз то, ради чего ребенок потом будет все дальше делать. Ну, это совершенно два разных состояния, когда тебя ведут, направляют, когда тебя пинают, и ты все делаешь как надо, как тебе сказали, у тебя нет совершенно никакой ответственности. Вся ответственность на родителях, они же так решили, вот так, так и получилось, вот и получаете, что хотели. Или когда это он делает сам. Я просто себя помню, вот, не знаю, со средней школы, класс 7, я просто помню, что я уже взрослый человек была. Например, мне было там 13 лет, 14, я уже была взрослым человеком, я знала, что мне надо, я сознательно относилась ко всему. Я, конечно, слушала родителей, что они мне рекомендуют, но нет, этот выбор каждого личный должен быть.